Не знаю, это Гродно, Беларусь. Идет раздача газет за отечество. Покажи газету. Покажи газету. Ну, Отечественная война. Беларусь от Бреста до Владивостока. Слова президента Беларуси Александра Георгиевича Лукашенко. Ну, конечно же, поет наша соратница из НОД Татьяна Габова. Это прерывается как-то. Ближе, наверное, как-то. Засиделись, братцы, с 91-го в оккупации. У паразитов силы немерено, тогда и коням не да добрый меч. Враг хочет нас добить революцией, а еще мы изменим эту конституцию. Изгинут войны безвозвратно, когда... Ну вот тут сегодня выставка сельскохозяйственной техники, в том числе комбайны, гонсельмаш, зерноуборочные. Ну и много-много-много еще что-то другое. Войны за ресурсы.